Семейство ракетных комплексов «Спайк» примечательно своими успехами на рынке вооружений. По состоянию на 2022 год в мире продано более 30 тысяч ракет, а операторами этого вооружения являются 30 стран. Но все же к недостаткам комплекса можно отнести относительно высокую стоимость, крайне сложную технологию производства, затрудняющую организацию массового выпуска систем, и сложность управления комплексом, что требует специальную подготовку оператора. Первый случай боевого применения этой системы относится к 2006 году в ходе Второй Ливанской войны. Затем азербайджанская армия широко применяла «Спайки» в войне в Нагорном Карабахе как в 2016, так и осенью 2020 года.